Лютнива відлига і таяння снігів нагадує аграріям краю, що от-от розпочнуться весняні польові роботи. Ця пора завжди найочікуваніша для селян. Але працівникам і студентам Липкуватівського аграрного коледжу весняний подих природи несе скоріш тривогу і розпач, адже вже другий рік вони розпочинають без основної складової навчального процесу – землі. Минулоріч з допомогою корумпованих чиновників Держкомзему власниками їхніх 5000 гектарів незаконно стали двоє місцевих фермерів. Ситуацію коментує головний економіст аграрного коледжу Валентина Анішина. Сейчас мы находимся около Харьковского апелляционного суда. И суд будет проходить по вопросу отчуждения у нас земли в пределах 5000 гектар. То есть нас оставили студентов 500 человек, рабочих в пределах 250 человек, оставили без места работы, без средств к существованию. И мы идем в суд апелляционный. Перед этим суды, которые проходили в течение 2015 года о земле, были выиграны нами, и решение было вынесено в нашу пользу. Но ответчик не останавливается на этом и подают дальше решение вопросов в судебном порядке в апелляционный суд. Поэтому мы очень надеемся, что этот суд должен быть нами выигран, как и дальнейшие суды, куда обращаются и Павленко-ответчик, и Носовский-ответчик. Они постоянно идут, затягивают суды. В прошлом году мы очень понесли большие убытки, потому что не были посеяны площади, которые у нас были. Посеяли их, они заняли, захватчики натуральные, которые заняли землю и занимаются на ней. Мы боимся, что и в этом году вот эти суды постепенно тоже начинают затягиваться и могут привести к тому, что в марте месяце нужно будет сеять, а мы еще постоянно будем находиться возле судов, в судах, как в Харьковском, так уже и в высшем административном суде в Киеве. Значит, дальше так же самое не являются ответчики, которые подают в суд, а потом вот мы в Киев поехали, а ответчики не явились. Пожалуйста. И она подала в суд, и ее в суде нет. Суд опять переносят. Сколько это может продолжаться, мы не знаем. Это очень большая проблема, когда село вымрет полностью, люди остаются без рабочих мест. Поэтому, если можно, помогите нам. И судьи, и люди, которые не безразличны к нам, будь ласка, поможите нам.